В июне 1856 года в Барнул впервые приехал Федор Михайлович Достоевский. Звание унтер-офицера он прибыл в город по служебному делу. После отправился в Кузнецк. Об этом посещении ничего не известно, кроме самого факта. Позже Достоевский еще дважды приезжал в Барнул в ноябре 1856 и в феврале 1857 года. В июне 1909 года Барнаульский кожевенный завод Павла Дмитриевича Сухова был награжден двумя почетными медалями – большой серебряной на выставке в Криворожье и золотой на Поневежской выставке. 2 июня 1960 года в Славгороде родилась советская легкоатлетка Ольга Бондаренко-Кренцер. Олимпийская чемпионка 1988 года в беге на дистанции 10 000 метров. Семикратная чемпионка СССР.